на канале «Россия-1» состоится повторный показ четырехсерийной мелодрамы «Любовь не по правилам», выход которой ожидается 12 февраля. В центре сюжета сериала Мария Ильина. У нее, как думает Мария, прекрасная семья, хороший любящий муж, подрастающая дочь и любимая работа в клинике в качестве хирурга. Но этот идеально выстроенный мир рушится в один момент, когда Мария случайно узнает, что ее супруг Евгений уже давно ходит на сторону. Поступки человека, которому она верила и доверяла всю свою жизнь, приводят Марию к глубокой депрессии и болезненным переживаниям. Но однажды на пути Марии случайно появляется Кирилл, который меняет ее взгляд на жизнь и мир, вновь постепенно начинает обретать краски. И даже несмотря на то, что между Марией и Кириллом есть существенная разница в возрасте, они влюбляются друг в друга. А тем временем Евгений понял свою роковую ошибку и решает вернуться к Марии, и теперь женщине нужно сделать выбор, от которого зависит вся ее жизнь. Главные роли в сериале исполнят Мария Куликова, Федор Лавров, Алиса Лазовская, Марк Богатырев и другие. Повтор четырехсерийной мелодрамы «Любовь не по правилам» состоится 12 февраля на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.